А сам царь-батюшка хоть о выборах и думает, но пока что продолжает заниматься делами государственными. Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, потребовал избавить Россию от бедных. Отмечу, что сегодня в России сложились уникальные рыночные возможности для открытия современных производств и модернизации действующих предприятий. Для создания новых, и хочу это особо отметить, хорошо оплачиваемых рабочих мест. Наша экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров и хороших, высоких заработных плат. Именно в этом ключ к повышению доходов граждан, к преодолению проблем бедности. Ну, кстати сказать, мы здесь добились определенных результатов, но вы знаете об этом. Наверное, вообще это слово не очень хорошее, бедность, но тем не менее такие показатели есть. Будет исторический минимум в 2023 году. Но те люди, которые все-таки живут за чертой бедности, так, для них это пустой звук. Нужно сводить эту цифру к минимальным значениям. Как жаль, что до него так и не дошло, что он и есть той самой причиной бедности населения в достаточно богатой на ресурсы стране. Рассказывает о малом проценте бедности, а за окно забыл выглянуть. Там у россиян не только яйца закончились, но и рыба. В Воронеже уже заметили километровую очередь.